Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова. Помимо основного каталога, который действует с 23 марта по 17 апреля, в компании Oriflame есть дополнительный каталог Выгода Плюс, и он действует с 4 апреля. И доступен этот каталог всем консультантам, всем партнерам компании, которые в предыдущем каталоге номер 4 разместили заказы суммарные от 100 бонусных баллов. И сейчас мы с вами вместе полистаем каталог Выгода Плюс, и я вам расскажу, какие продукты мне особенно нравится, и даже некоторые из них мы с вами посмотрим, и я расскажу свои впечатления о этих продуктах. Приятного вам просмотра! Обратите внимание, что за каждые 10 бонусных баллов из этого каталога в заказ будет вложен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это будет какой-нибудь тестер аромата или помады или еще что-то. Итак, на первой странице нас с вами ждут два парфюмированных спрея с очень вкусными, страстными летними ароматами. Эти спреи прекрасно использовать для тела, после душа. Я их очень люблю, и вы посмотрите состав, какой у них вкусный, и выбираете тот, который вам ближе, который вам больше нравится. Например, я очень люблю ананасы, поэтому я бы себе взяла вот тот, который в составе у которого есть ананасы. А еще я люблю кокоса, клубнику, поэтому я бы могла взять и тот, и другой. Кстати, эти ароматы у меня были, и оба очень понравились. Если говорить про стойкость, нет, они не стойкие, они не рассчитаны на то, чтобы их носить несколько часов. Это такие приятные ароматы, они красиво звучат от кожи, не слишком ярко и громко, но достаточно долго. Поэтому я думаю, что этим ароматам будут рады многие-многие. Следующий дезодорант антиперспирант за 119 рублей. Мужские три варианта или один женский. Любой будет стоить 119 рублей. Прекрасная цена. Дезодоранты именно вот парфюмированные прекрасно подбирать под свой аромат. То есть если у вас есть аромат Divine, то дезодорант с этим же одноименным ароматом будет идеально просто подходить. Далее нас ждут ароматы. Ой, какие же это красивые ароматы. У меня, кстати, есть вот такой запечатанный один So Forever Together Hero. Это женский аромат, он такой розовой коробочки, а мужской в голубой коробке. Это парные ароматы, и вот многие любят именно пользоваться парными ароматами. Это восточные древесные нотки, они будут дополнять друг друга, поэтому всегда предлагайте и мужской, и женский. Далее нас ждет декоративная косметика, пудра бронзер. У меня есть, я от нее в восторге. Это действительно продукт, который я обожаю. Единственное, что мне не нравится, здесь нет зеркала, а оно бывает очень нужно. Но что мне нравится, это сама пудра. Посмотрите, она дает легкое сияние, и лицо выглядит так, как будто я немножечко подзагорела. Вот зимой я им пользуюсь, ну, как румяна, немножечко я делаю так структурирование лица с помощью вот этого прекрасного продукта. А летом, конечно, я буду его носить просто на все лицо, и на шею, на ключицы. Мне очень нравится. Вот, кстати, я прошлым летом пользовалась, зимой уже меньше. Посмотрите, какой маленький расход, какая прекрасная текстура. То есть это просто шелк, который вот переливается у меня в руках. У меня, конечно, восторг, и несмотря на то, что нет зеркала, я не буду говорить, что этот продукт мне не нравится. Он прекрасен. База под макияж я не пробовала, отзывы разные, поэтому пробуйте сами. База, многие говорят, классная, лучше не встречали, кому-то она не подошла, потому что у нас у всех разная кожа, и для кого-то это будет идеальный вариант под тональную основу, а кому-то, может быть, не подойдет. Прекрасный спонж для макияжа, 2 в 1. Мы его используем как сказать, силиконовой стороной мы наносим тональную основу, а потом мягкой стороной мы растушевываем. Такой вариант я, кстати, не встречала ранее. Может быть, конечно, есть в каких-то компаниях, но в Oriflame это вот просто, ну, чудесный продукт, очень классный. Я такие заказывала несколько раз, они долго служат, эти спонжи, их просто стираешь с мыльцем, и все прекрасно. Тональная основа стойкая, матирующая, и еще и с SPF 20, для подойдет жирной и комбинированной кожи. Мой оттенок 88,
Смотрим, 88 называется светлый беж. Я вам покажу его качество. Единственное, что я сама не очень люблю тональные основы в тюбиках, потому что они вот так подтекают. Это не всегда удобно и не очень красиво, когда достаешь, используешь. Но учитывая, что классный тон, стойкий, с высоким SPF, да еще и матирует и прекрасно лежит на коже, конечно, можно на этот минус закрыть глаза, что я вот обычно и делаю. Также вот я люблю AZ, наши тональные основы, несмотря что они в тюбике, все равно они классные. Вот так вот он ложится, видите, как он прекрасно перекрыл венку, выровнял поры. Он, кстати, в поры не забивается, хороший прям классный тон и долгая стойкость, то, что и нужно летом, когда кожа будет более такая жирная, становится жарко, хочется, чтобы макияж держался дольше, поэтому нужно выбирать более такие стойкие средства. Тушь с двойным эффектом, 2 в 1, она удлиняет и дает объем. Стоимость туши всего 299 рублей. У меня в руках аналог туши, это уже более современный вариант, я вам просто покажу, как это работает. Смотрите, если мы откручиваем нижний колпачок, то туши очень много, она набитая и дает хороший объем. Если я откручиваю верхний колпачок, то это же самая кисточка, только туши мало, и она уже более делает длину и изгиб. Смотрите, как это работает. У нас тушь, вернее, кисточка выходит вот через эту трубочку, вот так вот просто выходит, и излишки туши остаются в тюбике. Я сейчас не буду рисковать, а то у меня останется в руке. Вот так вот я сниму аккуратненько. За счет вот этих эффектов можно достигать невероятной длины и объема, и изгиба. Я сначала делаю длину, то есть беру сначала высокий вариант, где мало туши, удлиняю, подворачиваю, а потом беру объем. У меня получается так вот эффект лучше. Тушь просто классная, бомбическая. Есть у нас здесь защитные патчи для нанесения макияжа, когда вы красите тени, тушь и так далее, чтобы не осыпалось под глазки. Вы можете прикрепить такие специальные спонжи, патчи, и их всего 10 штук в упаковке, 119 рублей. Я ими никогда не пользовалась, мне кажется, это, ну, как бы для меня это вообще ненужный продукт, потому что у меня не осыпаются тени. Потому что наши тени, например, вот вы сейчас видите тени Refill, вы можете набрать себе свою палетку, собрать. У меня палетка сейчас выглядит вот так. И смотрите, я сначала наношу праймер или вот такие вот жирненькие тени, а потом сверху беру сухие, они не осыпаются. Очень редкие из этих оттенков пылят, например, вот матовые, они пылят чуть больше, те, которые с блестками, шиммером, они вообще не пылят, то есть они очень хорошо набираются на кисть и прекрасно остаются на том месте, куда мы их хотим разместить. У меня никогда еще не было, чтобы осыпались тени, и я мучилась, убирала, потом подмазывала. Всегда получается чистый, красивый макияж. Вы можете, кстати, посмотреть любой макияж, который я делаю с использованием вот этой палетки, и сами увидите, насколько это все классно работает. А вот, кстати, тот самый карандаш «Стойкие тени». Единственное, у меня немножко другой оттенок, но я хочу, чтобы вы поняли принцип. То есть это толстенький такой стержень тени, карандаш, который чудесно тушуется, очень хорошо держится и может быть использован как база под сухие тени. Потому что если вот мы его только нанесли, он сначала как бы немножко жирненький, то есть он может отпечататься вот так вот. А когда проходит время, он застывает, этот продукт застывает и не растирается. Пока он жирненький, я наношу сухие тени, и получается очень красивый эффект, насыщенный, яркий, сочный макияж. А также можно использовать эти карандаши на нижнем веке, прокрашивать внутри ресничное пространство, чтобы дать объем, распахнуть глазки, и также получается макияж более эффектный и выразительный. Следующий продукт — восковой карандаш для стайлинга бровей. Я не пробовала, поэтому никаких вообще комментариев дать вам не могу. Единственное, знаю, что сейчас очень модно, когда брови такие вот зафиксированные, немножечко взъерошенные, поэтому какой-то стайлинг нужен, почему бы и не попробовать этот карандаш. Я думаю, что он будет очень классный.
Тени за 99 рублей, серия On Color. У меня есть, кстати, один оттенок из представленных, бежевый, вы его видите сверху, мерцающий беж. Вот так будет выглядеть этот мерцающий беж. Чуть-чуть пылят, когда кисточкой набираю, но на веках опять же никак это не отображается, то есть все ложится чудесно, тени шелковистые, такие мягкие, прекрасные. Единственное, что у них нет кисточки, нет зеркальца, но это вообще не проблема, зато их тут много, их очень надолго хватает, здесь целых 2 грамма, поэтому их хватит очень надолго. Лаки и помады я не пробовала, без комментариев. Единственное, что могу сказать, что из этих лаков я бы, например, себе хотела все оттенки, а из помад однозначно первый цвет я бы хотела на себе попробовать. Я думаю, что нюд — это универсальный оттенок, который полюбится, ну, практически, да, многим женщинам, не всем, естественно, но многим. Далее нас ждут шикарные, чудесные крема за 299 рублей, серия Optimus. Один крем будет для комбинированной кожи, а второй для жирной. И, конечно же, спонж коньяку с углем. Тот самый спонж, который позволяет сделать очищение более мягким и в то же время глубоким и чистым. И этот спонж служит очень долго. У меня был такой спонж более полугода. Уже просто он мне надоел. Я думаю, надо выкидывать. С ним не заводятся бактерии. Он высыхает, становится жестким, как камень, а когда мы его мочим, он становится такой интересный на ощупь, просто, ну, классный продукт, он здорово работает с очищающими средствами. Бустер вы можете выбрать любой за 299 рублей. Кстати, все три я пробовала, а зелененькие есть у меня и сейчас. Что такое бустер? Мы его смешиваем с кремом, предпочтительнее, конечно, серии Optimus, то есть мы берем каплю, ой, у меня уже грязная ладошка, сначала добавляем крем, потом одну-две капельки бустера смешиваем друг с другом и переносим из ладошки сразу на кожу лица. Получается, что у нас бустер работает как волшебная палочка, то есть он снимает все видимые такие варианты, когда вы там недосып на лице, усталость. Получается, что он быстро активирует действие крема и работает очень, очень эффективно и заметно. Поэтому я все время использую бустеры, как с момента, когда они появились. Я беру себе то один, то другой, и мне они все нравятся. Был сияние прекрасен, смягчение тоже. А сейчас у меня детокс от забитых пор и жирного блеска. Классно, кстати, хотя у меня не слишком жирная кожа, только в Т-зоне, но бустер мне очень нравится. Следующая страничка нас ждет красивой формы мыла. Кристалл в виде аметиста, такого камня, спрей-дезодорант антиперспирант с осветляющим эффектом, кстати, очень интересно, осветляющий эффект, и восковые полоски для депиляции. Готовимся к лету, активно удаляем всю ненужную растительность на теле. Я пробовала восковые полоски, но скажу по своему опыту, у меня волос достаточно жесткий, и поэтому все начисто не удалялось. Я думаю, что это все-таки для обладательниц таких не слишком агрессивных волос, да, хочется сказать растительности, но так и есть. О, как я люблю эту страничку, это же просто прелесть. Вдохновляющие и чувственные муссы для душа, то есть с этим муссом мы купаемся. Вот так будет выглядеть флакончик, он большой, тяжеленький, хотя я уже много раз купалась, 150 миллилитров. Мы вот так вот его трясем и потом выдавливаем, опять же, в эту же ладошку вот так пенку. Я много не буду выдавливать, просто для того, чтобы вы поняли. Вот такая плотная, густая, классная пенка, ароматная, невероятно вкусно пахнет кожа. В ванной это... Ой, какой вкусный аромат. Я все время себе беру тот или другой, потому что оба невероятно вкусные, классные. Я вам их рекомендую попробовать, если вы еще никогда не пробовали. Красивая, удобная сумка, это такая классика. Сумка с бантом, ее можно носить за ручки или на ремне. Она не очень большая, вы можете размеры посмотреть
здесь написано 32 на 24 и на 14 по донышку, то есть она классическая, это не будет кошелка и не клатч, это среднего размера сумочка для элегантной дамы. Аксессуаров в этот раз у нас много, очень красивые аксессуары, такой цвет, все переливается, серьги, трансформеры, которые можно носить как маленькие гвоздики или такой делать подвес, и ожерелье. И в общем-то все по доступным ценам, в каталоге было гораздо дороже, поэтому повезло всем, кто выполнил условия и сделал 100 баллов в предыдущем каталоге. Здесь нас ждут интересные ожерелья под золото, такие ажурные или в виде колосков. Кстати, очень красиво выглядит, и модно сейчас такие ожерелья и серьги длинные, вот чтобы они прям вот свисали очень красиво. Тоже оригинальные украшения на шею, ожерелье со вставками разноцветными. Есть также ожерелье с подвесками, вы можете их менять по своему настроению, они такие достаточно забавные. Или серьги, цветы, у меня кстати есть эти серьги, вот так они выглядят, в серединке у нас как пестик висит, шарик с кристаллами, весь переливается, они очень легкие, они невесомые, материал акрил, они так привлекают к себе внимание, просто невероятно, потому что они огромные, такие размашистые и эффектно очень смотрятся, обожаю эти серьги, когда их увидела, сразу захотела. Далее средства для чистки рук антибактериально, здесь указано, что здесь этанол 70%, то есть это достаточно для того, чтобы сказать, что это крутое антибактериальное средство. Мы берем вот так вот каплю, наносим, ой, и у нас получается без воды, без мыла, мы вот так вот очищаем ручки, очищаем, то есть смывать его не нужно. 249 рублей, невысокая цена. У него есть, конечно, запах рисковатый, но в то же время он очень быстро выветривается, и потом руки пахнут вкусно. Кстати, это последний продукт из каталога. Вот такой у нас получился быстрый обзор. Я вам желаю всем приятных покупочек. Рекомендуйте также этот каталог своим знакомым, вашим клиентам, вашим близким, потому что многие продукты уже невозможно заказать, а только выписать в этом каталоге эксклюзивном. Я вам всем желаю всего самого-самого классного. До новых встреч!